Бревенчатое одноэтажное здание на улице Суворова в микрорайоне Ферсановка было построено в 1949 году. В нем всего 7 квартир, и многие люди здесь прожили всю свою жизнь. Химчане рассказывают, капитального ремонта здесь не было давно. У дома разрушен фундамент, нарушена конструкция крыши. Он признан ветхим. Мне 59 лет, да. Вот все время живу 59 лет. Все время. Вот так, что еще сказать. Крыша течет, все течет. Хотелось бы квартиру, потому что здесь жить невозможно. Жителями ветхого дома встретились министр ЖКХ Подмосковья Антон Вельховский и глава Химок Дмитрий Волошин. Глава округа отметил, в ближайшие годы в Химках планируют расселить 66 бараков, более 4000 человек. Среди них и жители дома на улице Суворова. Людям сообщили, что их многоквартирный дом планируют расселить в следующем году. Все они переедут в новостройку. Сейчас у нас строительство ведется в Подрезково. Строят ФСК большую площадку 200 тысяч метров. Подписано трехстороннее соглашение между Минжилполитикой, ФСК и администрацией Химок. Суворова 10 стоит в расселении 24-25 год. Ну что мы сейчас можем сделать? Да? Постараться побыстрее, там, допустим, в начале 24 года попросить застройщика отселить быстрее семью. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Вельховский отметил, что по поручению губернатора Подмосковья вопрос с переселением людей взят на личный контроль. Мы с главой взяли на контроль сроки, которые мы обещали. Это начало работ по переселению, показ квартир, подготовка и прочее. Первый квартал 2024 года. Я думаю, что мы найдем решение. Ну, по крайней мере, следующую зиму. Один-два квартала из решения. Следующую зиму будете в новых квартирах. Спасибо. Вот так. Договорились? Да. Все. Какие еще вопросы? Все. Мы только это хотели услышать. Нету, все. Спасибо, извините. Серега, ничего. Еще одна точка – микрорайон Левобережный. Там Антон Вельховский встретился с жильцами многоквартирного дома на улице Пожарского, 4. Здесь люди недовольны запланированным капитальным ремонтом, который начал делать недобросовестный подрядчик. Закончив только крышу, договор с подрядной организацией был расторгнут. Компания занесена в список неквалифицированных организаций. Теперь работы продолжит новый подрядчик. На следующей неделе мы на выходных днях, как мы сейчас с жителями разговаривали, значит, будет организован уже поквартирный обход. Мы, соответственно, сейчас познакомились со старшим по дому, с территориальным управлением, и мы начинаем организовывать работу. Министр жилищно-коммунального хозяйства отметил, что все работы будут на контроле, в том числе самих жителей. Мы абсолютно открыты, мы абсолютно готовы дать любую информацию о ходе проведения работ, о сроках, о материалах, которые используются. В доме номер 4 на улице Пожарского проведут ремонт фасада и входных групп, заменят балконные плиты и электрику. Также отремонтируют подвальные помещения и в случае общего согласия жильцов приведут в порядок систему отопления. Думаю, что все устранится, дом будет на порядок выше, качественнее, и все останутся очень довольны. Все работы планируют завершить в течение 3 месяцев. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.